Темно, страшно. Трусиха. А вот и не трусиха. Боже мой. Да на тебе лица нет. Как нет? Ой. Лицо есть. И все на месте. Не ковыряй в носу. Неприлично. Да и пальчик сломаешь. Подумаешь. Опять это нелепое слово. Лучше погляди на себя в зеркало. Чудовище какое-то. И вовсе не чудовище, не чудовище. Не попугайничай. Я хорошая. Хорошая, хорошая, самое лучшее. Сейчас умоемся, переоденемся и приведем себя в порядок. Холодно. И ни чуточки не холодно, капризуля. Заморозите ребенка. А почему ты так поздно пришла? Во. Что я? Я ногу натерла. А, кстати, почему ты кричала? Где твой ключ? Какой ключ? От входной двери. От входной? Да-да, от входной. Не знаю. Растеряха. Вот вернутся твои родители, все расскажу. Я тоже, тоже, тоже. Не дрози попугая. А он сам дрожит. Ну ладно, да. Ладно. Успокойся. Никому ничего, никому ничего не скажу. И про фартук? И про фартук, и про фартук. Честная пионерская? Честная, честная.
Сейчас схожу к слесарю за ключом. Я есть хочу. Потерпи немного. Вернутся твои родители, пообедаем вместе. Я пить хочу. Ничего сладкого в рот не бери. Не порть аппетита перед обедом, сластена. Ладно. Ладно. Эх, внученька, внученька. Если б ты могла посмотреть на себя со стороны. Эх, бабушка, бабушка. Ничего плохого не вижу. Девочка, как девочка. И даже очень красивая. Со всех сторон. Я девочка шутливая, веселая и милая. Со всех сторон красивая. Со всех сторон. Все любят меня милую, веселую, шутливую. Со всех сторон красивую. Все любят горячо. Сидите смирно. Не шали, и все-то мне позволено, и все-то мне дозволено. А что в букет положено, то значит для меня. Мяу. Мяу. Барсик, барсик. Я зеркало не простое, волшебное. Волшебное? Сказочное? Да, сказочное. Вася! Ты девочка, я твое отражение. Мое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Правильно. А как ты догадалась? Это очень просто. Ведь если я твое отражение, значит и имя у меня такое же, только наоборот. Интересно. Ело это значит Оля наоборот? Да. Слушай, а где Барсик? Не знаю. Барсик, Барсик! Бабушка козлика очень любила. Раз-два, раз-два. С кашей сварила. Фи-фи.
вздумала с козлику в лес погулять. Раз-два, раз-два. Съела козла! Кто? Бабушка Фия. Дедушки! Что? Кто? Скажите, пожалуйста, вы не видали наших барсиков? Виноват. Кто дедушки? Вот. Ах, он дедушка. Я вы дедушка. Нет, это вы. Нет, вы дедушка. Нет, вы. Хорошо, хорошо. Мы дедушки? Да. А вот посмотрите-ка тут, а? Какие же мы дедушки? Теперь поняли? Не совсем. Позвольте представиться. Я главный церемонимейстер королейшего из королейших. А я наиглавнейший церемонимейстер королейшего из королейших. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Пусть вечно королевствует король Ягупоп. Пусть королевствует. Куа, куа. Ягупоп, попугай. И ничего смешного. Не забывайте, что вы находитесь в наикривейшем королевстве кривых зеркал. Это королевство кривых зеркал? Совершенно верно. А из вас песок сыпется. Бабушки. Вы ошибаетесь. Мы ученицы 3-го класса 499-й школы. Ученицы 3-го класса? Да. А ну-ка, посмотрите-ка вот туда. Ну, что вы теперь скажете? Старушенцы. Внимание! В гранд-променаде проследует Ее Величество, вдовствующая королева, и Их Высочество, принцессы-невесты. Главнейший министр Нушрок! Нушрок?
Коршун. Коршун. В чем дело? Господин главнейший министр. Но? Гурт снова отказался делать кривые зеркала. Отказался? Так точно! Стряхнуть его! Молодец! Настоящий парень! Ага! Почему ты не хочешь делать кривые зеркала? Потому что они врут! Молчать! Не буду молчать! Не заставите! Именем наикоролейшего из королейших, короля Егупапа, заточить Гурда в башню смерти! Скорее в дворец. Зачем? Королю. Мы потребуем, чтобы он освободил Гурда. А, пошли. Тут, наверное, живет король. Цыплят и поросят, и утят, и фазанят, и соленье, и варенье королю на объедение. Ох, скорее бы! Тря-ля-ля! Разорвала короля! Оль, я есть хочу, я пить хочу. Замолчи! Они же везут продукты во дворец. Ну и что? А вот что. Кто? Королевские возщики! Куда? На кухню! Зачем? Продукты для короля! Проезжайте! Тра-ля-лям, тра-ля-лям, пам-пам-пам, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А это что? 40 пар фазанов. Сюда, сюда. Самых спелых и самых зрелых. Зрелых? Зрелых. О, дозрели, голубчики. Хватит с вас на сегодня!
я. Хороши. Тоже. Сойдет. Ничего. Вот так фазаны. Мы фазанята. Мы не фазаны, не фазаны, не фазанята. А кто же вы? Мы девочки. Вижу, что не мальчики. Да как же вы попали в эту корзинку-то? Мы заблудились. Заблудились? Фазанята вы, мои дорогие. А знаете ли вы, что вам будет за то, что вы незванно, непрошенно явились во дворец? Знаем. Знаем. Они говорят, знаем так спокойно, как будто я их спрашиваю, а знают ли они, как их зовут? Аксау! Аксау! Аксау, это значит... Ласка! Ласка! Фазаны, фазаны! Опять? Неощипанные? Неощипанные! Непотрошенные? Непотрошенные! Вот я сейчас пришлю поварят и... Ой, господин обер-повар, не надо поварят! Не надо? Не надо! Я сама их быстро ощиплю, выпотрошу! Сама? Сама! Ага. А вы лучше отдохните, поспите часок-другой! И то правда. Я сейчас пойду... Часок, другой сосну. Ох, пронесло. Фазанятки мои, вставайте скорее. Ну что? Мы должны спасти Гурда. Смерти есть только два ключа. Два? Два. Один висит над троном короля. Короля, проводите нас к трону. Вы занятки, вы мои дорогие. Но кто же нас пропустит в королевские покои? А второй ключ? Его не выпускает из рук наиглавнейший министр Абаш. Абаш? Жаба. Верно, он и похож на жабу. Зеленый такой. О, стойте, стойте. Сейчас смена пажеского караула. Какого караула? Господа, наиглавнейшие королевские пажи. Варенье. Пенки. Пенки от варенья. Оля, что? Смотри. Ой, сколько варенья. Куда? Возьмем одну баночку, самую маленькую.
Бери с меня пример, я же исправляюсь. Запомнили? Все. Ничего не перепутаете? Нет. Ну, глядите в оба. Смотри, ключ. Тебе не стыдно? Но ведь она же черная. А ну, сыпьте отсюда, малявки. Мы не малявки. А кто же вы? Смена пажеского караула. Смена пажеского караула? Смена пажеского караула. Ключ, ключ! Мальчишки, все ли готово для выхода его наикоролейшего величества? Не знаем. Как это не знаем? Пажи должны все знать. А мы пока еще не знаем. Пока еще. Тихо. Вы, наверное, новенькие. Новенький. Молчать! Его наимнейшее и наимудрейшее,
женщины шикарнейшие! Величество! Король Яку Поп 77-й! Какой? По арифметике 77-й. Где вдовствующая королева отлеживается после гром-променада? О, а принцесса невесты тоже. О, что это у вас? Променад. Вот, я всегда говорил, что? 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 Свежий воздух вреден для здоровья. Какой глупый, как наш попугай. Ага. Я пригласил вас, господа, за тем, чтобы... Чтобы решить одну наисложнейшую арифметическую задачу. На 100 площадях по сотне зеркал. Сколько это будет всего зеркал? Сколько будет зеркал? Меню. Что это? Королевское меню. А, я спрашиваю, сколько зеркал? Я стесняюсь. О, какая прелесть. Отвернитесь. Мне в детстве очень трудно давалась арифметика. О, верю. Я научился считать только до... До трех. Ага. Сколько будет 2 до 2? 3. Правильно. От 5 отнять 1? 3. Правильно. Ты, голубчик, троекратный болван, голубчик. Совершенно правильно, ваше величество. Сколько? Сколько зеркал? 200. Балда. А сколько, по-вашему? 400. Тоже. Дремучие дураки. А как думаете вы, господа церемонимейстеры? Мы, ваше величество, считаем 450. О, почему? Почему? Мы подумали, если 400 неправильно, то будет правильно 400 с половиной. Вот. Вы, голубчики мои, дураки с половиной. Этот 77-й глуп как... Пробка. Вы так думаете? Уверен. Но это важная государственная тайна. Нем, как рыба. Мне пора. Я вас не задерживаю. Но все же на 100 площадях по сотне зеркал. Сколько это будет? Всего зеркал. Сколько зеркал? Сколько зеркал? Говорите же, сколько зеркал? Сколько вам угодно, ваше величество? 10 000. Кто это сказал? Кто это сказал? Я. Ты? Правильно. Но клянусь красотой своего отражения, это очень трудная задача. Это совсем не трудная задача. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тебе же надо было сложить сотни, а на это у тебя не было времени. А я не складывал сотни, я просто умножил 100 на 100. Как? Просто умножил? Да. Ты великий математик, Паш, как тебя зовут? Оля. Как? Коля. О, а тебя как зовут, Паш? Ялок! Ваше величество! Не кричи. Как? Ялок. Что это за имя? Не значится. Ялок это Коля, наоборот. Наоборот. Какая прелесть, а? Значит, ты наоборот, да? И ты тоже математик. Да, мы с Колей близнецы. Слушайте все!
Я назначаю Колю главным наинаучнейшим математиком королевства. Хвалю! Я Лакаева главным наинаучнейшим помощником. Хвалю! Все! Хвалю! 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 Я вас не задерживаю, господа. Церемоний мейстера, ну скорей же, скорей! Ну, кыш, брыш! Кыш! Так, ну, скорей! Уходите, уходите, уходите! Королевского дворца. Пажи, я хочу посвятить вас в одну важную государственную тайну. О, прекрасная Анидак. Что вам угодно? Я вас слушаю. Я должен посвятить вас в одну важную тайну королевства. Это интересно, наиглавнейший министр Абаш. Его величество, Егупоп 77-й, круглый дурак. Это важная тайна, известна младенцам. Настало время заменить короля. Кем? Новым королем. А может быть, королевой? Королевой? Королевой. Я согласна. О. Не доверяйте моему отцу. Он сам мечтает о короне без меня и без вас, дорогой Абаш. Ох, он, кажется, очень любит шипучие напитки. Да? Яд? Мгновенно действующий. Моя королева. Я на все согласна. Вы очень милый мальчик. Что вы? Но вы, наверное, ужасные лгунишки и пройдохи. Нет. И вы умеете хранить разные тайны? Умею. Умеете? Тогда перед единственным прямым зеркалом королевства кривых зеркал клянитесь. Квак! 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 Вот это контрольная задачка по арифметике. Понятно? Понятно. Мои придворные дураки. Я хочу прославить и обессмертить свое имя. Как? А вот как. Если я сосчитаю все зеркала королевства, потомки будут гордиться королем Егупопом 77-м. Кем? Ну, мною, мною. Согласны ли вы принять участие в решении этой грандиозной задачи? Согласны. Что «но»? Но при одном условии. Вы осмеливаетесь мне, королю, ставить условия? Вы обижаете короля! Ваше величество! Ваше величество! Ну? Совсем малюсенькая. Малюсенькая. Ах, малюсенькая? Да. Говорите. В башне смерти заключен зеркальщик Гур. Ну? Мы очень просим помиловать этого мальчика. Я не могу миловать преступника. Он не преступник, он настоящий друг. Не могу. Ваше величество. Помиловать не могу. Тогда отложите казнь хотя бы на несколько дней. На несколько дней? Ну, а если я соглашусь? Вы согласитесь быть моими научными арифметиками? Да. О, ну-ка, подержи. Выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет. Не вышло. О! Согласен, согласен, согласен. Казнь зеркальщика Гурда откладывается.
Ваше Величество. Что? Ковырять в носу неприлично. Королю все прилично. Почему отложена казнь зеркальщика Гурда? Такова была моя воля. Что? Моя королевская воля. Ваша королевская воля? Брысь! Как вы смеете? Брысь отсюда! Ваше Величество, не забыли ли вы историю своего рода? Что вы хотите этим сказать? Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру. Но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую мамашу в монастырь. Ваш отец казнил вашего деда, чтобы сидеть на троне 77 дней. Всего 77 дней. А вы, кажется, 77-й? Какое совпадение. Вы помните, его нашли в постели мертвым, а ваша мамаша стала вдовствующей королевой. Затем королем стал ваш старший брат. Но он слишком мало прислушивался к указаниям своих министров. Ай-яй-яй-яй. Вы хорошо помните, что с ним случилось? Нет. Ох, не помню. Нет. Тогда я вам напомню. Он поехал в горы и сорвался в пропасть. Затем корону получили вы. Но, возлагая ее на вас, мы надеялись, что вы не забудете о печальной судьбе ваших предков. А вы... Ну что? Что я должен делать? Никогда, никогда не произносить слов. Слов. Такова моя воля. Воля. Запомните, вы должны выполнять нашу волю. Волю самых богатых людей королевства. Что? Все, все. Я на все. То-то же. Начали делать вот это. А, прямые зеркала? Да, и народ видит правду. Кошмар, кошмар. И в этот момент вы, ваше величество, откладываете казнь зеркальщика Гурда. Казнить его. Немедленно. Немедленно. Ключ. Ключ. Возьмите символ королевской власти. Где же он? Где же он? Они. Они. Пожи. Пожи. Погоню! Погоню! Королевские пажи, остановитесь!
Как вы сюда попали, мальчики? Мы едем к Абажу. Молчи. К Абажу? Так далеко? Зачем? Зачем? Мы... Заезжайте ко мне в замок, я вас вкусно угощу. Я есть хочу. Молчи. И пить тоже. Персики. Заедем. Отстань. Мы не можем задерживаться, гражданка. Мороженое, пирожное с кремом, сладкая газировка. 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 Заедем. Ну хорошо, мы заедем, только на одну минуту. Я вас не задержу. Стареешь, становишься неуклюжим, милый бар. Что вы делаете? А что случилось? Как вам не стыдно? О, я ударила слугу. Да. Как, однако, вы странно воспитаны, мальчики. А мы не молчи. Ну, угости хорошенько, паже его величества, Асырк. Асырк, крыса. О чем вы шепчетесь? Мы. Мы просто так. Ах, просто так. Пройдемте. Я вас хорошенько угощу. Зачем эти препротивные мальчишки едут к Абажу? Тут кроется какая-то тайна. Надо срочно известить отца. Ключ! Я главнейший королевский министр! Ключ! Не появляются и тут королевские пажи! Ключ! Слушай внимательно. Понятно? Быстрей. Мороженое, газировка. Чрезвычайное происшествие! Что случилось? Моя дочь завлекла в замок королевских пажей? Молодец, девчонка! В замок! Анидак! Анидак! Гадина! Брррр! Ой, как
какая же ты заморашка. А я как ты. Эти бездельники похитили ключ от башни смерти. Ага. Они и мне показались подозрительными. Отец. Надо прыгать. Я боюсь. Спрячемся сюда. Тут узко, а мы объелись. И все из-за тебя. Я есть хочу, я пить хочу. Вот они! Стойте! Зачем вы ехали к Абажу? В гости! В гости? Он наш дедушка! Кто? Абаж! Лжешь! Вам я правды не скажу! Не скажешь? Нет! Цирк! Отпустите меня! Заточите этого мальчишку в подземелье! Мальчишка, ты у меня посидишь в подвале, одумаешься. Надо немедленно ехать к Абажу. Прикажите заложить мою карету. Королевскую карету. Королевскую? Не рановато ли? Я буду сопровождать вас, Ваше Величество. Прикажите. Шрок первый. Откройте!
Дедушка Бар! А? Вам очень больно. А вы разве не бьете своих слуг? А у нас нет и никогда не будет слуг. Да откуда же вы? Из какой страны? Из самой лучшей. Да ну? На всем свете нет лучшей страны. А где же твоя сестренка? А мы мальчики. Нет. А вам кто-нибудь сказал или вы сами догадались? Догадался. А вы никому не скажете? Никому. Честная пионерская? Честная. Ква! Ква! Зачем вам понадобился мой ключ, главнейший министр Нушрок? Видите ли, наиглавнейший министр Абаш, королевский ключ бесследно исчез. Исчез! Значит, я единственный обладатель символа королевской власти. Да-да. Нам нужен новый король. Я согласен с вами. Нам действительно нужен новый король. Сомневался, дорогой Абаш, что вы будете моим единомышленником. Конечно, конечно, дорогой Нушрок. Итак, за успех. За успех. И доверие. За доверие. Так дайте же ключ. Нет. А
Отдашь? Не отдам. Отдашь? Не отдам. Отдашь, толстая жаба!
Сейчас, сейчас. Ой, какая же ты рассеянная. А я, между прочим, только твое отражение. Проходите. Заняты вы, мои дорогие. Оля! Олечка! Оля! Вот теперь я все расскажу про тебя, Егупоп 77-й. Не надо! Не надо! Ну, хорошо, хорошо. Я не буду ябедничать. Мяу! Мяу! Ой, бабушка пришла, бабуленька. Что такое? Что случилось? Вот. Спасибо, бабушка. Сокровище ты мое. Ой, как в сказке. Ело, посмотри, как в сказке. В какой сказке? Бабузенька, милая. Действительно, как в сказке. Ты прости меня, растеряху. Ой. Золотко мое, ну что случилось? Я просто... Что просто? Я просто посмотрела на себя со стороны. Фу ты, моя лапушка. А вы, друзья, никогда не смотрели на себя со стороны, а?